Здравствуйте, это канал Максимадзе, и вместе со мной играет... Лёха, канал «Чё хочу, то рачитываю». Да, и мы прям сразу же записываем второй выпуск, блин, сегодня. Короче, сегодня мы играем по стандарту, кто кого победит до 16 очков. И мы играем сегодня на карте под названием «Нюк». И это, кстати... Это, кстати говоря, вторая карта, на которой я играл. Вообще в Facebook. Да, ты за кого начнешь? Давайте в этот раз нарушим традицию, и я начну за террориста. Итак, поехали. Ты что там делаешь вообще? Что за звуки? Трамвай проезжает. Трамвай проезжает. А, да, точно, вот это. Это вторая карта, на которую я играл. Просто капкан, крибу деньги из банка. Разминка нужна. Желательно бы ее пропустить. Теперь можно и пропустить. Да, пропускай. Потому что я не люблю тут сидеть. Так, давайте купанем. Единственный шанс Максимадзе выиграть, это закладывать бомбы. Это единственный шанс. Да, кстати, а он сатак все равно проиграет. Карта, кстати, довольно-таки огромная. Да. На этой карте выигрывают миллионы долларов. Жалко, что это к нам не относится. Блин, чё ты не можешь запрыгнуть-то на эту херню? Давай быстрей, Максимадзе, эй. Я вообще раньше запрыгивал туда, сейчас чуть не могу. Или может тут проход какой-то секретный есть, я чуть не понимаю. Я же раньше запрыгивал. А, все, я понял. Нет, я не понял. Максимадзе, давай. Я ошибся. Быстрее. У меня обычный пистолет вообще. И у меня. Секундочку. Выходи. Ты сверху был, я думал, ты был внутри. Почему ты так думал? Ну, там, ну, метка на карте была. А, да? Да. Может, автомат Галиль взять? Не знаю, поможет он мне или нет. Но попробуем. Максимадзе, тетю Зину. Через корзину. Интересно, броню ты купил или нет? Да нафиг она нужна, я даже с пистолетом буду ходить. Можно, кстати, на этой карте вышибать двери, но таким оружием их не пробьешь. Блин, я тебя заметил, только вот автомат горит, что-то не очень, на самом деле. Не очень хорошее оружие, не буду его больше брать. Максимадзе паровозов. Чего, блин? Что за чепуху ты несешь? А, может, тебя в сухую получится победить? В сухую? Как думаешь? Не знаю, может быть. Надо, наверное, шифтить почаще, а то ты меня, наверное, слышишь. Вот я чужие шаги, кстати, вообще не слышу. Так, ну тут ты уже побывал, судя по тому, что здесь нету решетки. Блин, ты где был-то? А, я думал, ты был на этих, на карнизу сверху. А зачем ты стрелял в эту дверь? Ладно, больше не буду так делать. О, я а зачем могу... ты туда стрелял? Хотел показать, что двери тут ломаются. А я думал, ты меня нашел. Так звучит такой, как будто... Ты меня там боишься, а я к тебе такой прорываюсь, ломаю дверь, вышибаю тебя, типа. Блин, вот я как-то вот туда залезал, а вот как я не помню вообще. Туда не допрыгнешь, а с этой стороны.
Блин. Свалился. 30 хп, минус 30 хп, блин. Это я тоже. Я тоже упал. Да? А зачем я стрельну? Я стрельнул! И что? Или ты не, или ты, конечно, не услышал. Я услышал, но я не знаю, где ты. Ну, пусть так оно и будет. Ай. Has been planned. Интересно. Тут-то, кстати, без разницы, в каком месте закладывать бомбу. На какой точке. Ой! На нафиг. Спукался. Так, вот только Лёха выигрывает, это плохо. Надо бы менять это противодействие. Боксер! Блин, Лёхе так понравилось название одного из оружия — Маг-7. И получается еще так. Маг-7 купил Маг-7. Ну это вообще пипец какой-то получается. Это не лестница? Нет, это столб. Я такое чувство, что ты меня слышишь. И уже готовишься в меня стрелять. Но... может быть и нет. Блин. Я слышу, как ты ходишь. Ой. Я слышу, ты где-то рядом. Так и тебя вижу. В смысле, ты меня видишь? Я видел, откуда ты стрелял. Откуда? Где-то там. Есть. Максим! Проиграл. Ух, да. Максим! Максим! Да все, хорош ты уже. Не будем green менять light, оружие. Green light. Еще и эта фраза из GTA 5 ему нравится. Залип на ней он. Откройте мне дверь. Ну ты здесь точно... Блин! Ну ты с магом 7, конечно... Маг! Я могу купить вот эту классную пушку за 5000, но лучше не буду это, наверное, делать пока. Максим, мадафака, блин, да хватит уже. У тебя всего 4 очка, серьезно? Я думал, ты мне уже много сделал. Да хватит уже. Фак ты. Да хватит уже чепуху нести, я вижу, как ты стреляешь. Я вообще не стреляю. Нет, мне показалось. Так, тебя здесь не было, потому что решетка здесь еще не открыта. А, это не стреляет, это у меня экран барахлит. Полоски зеленые появляются. Потому что провод от монитора постоянно отходит, и это бесит не на шутку. Так, вот здесь точка Б находится. Блин, а вот если я бомбу не поставлю, через 50 секунд у меня же проиграю сейчас. Максим! Твою мать! Тихо! Поздно среагировал. Блин, тебе не страшно, когда я так вылетаю? Да вот сейчас бы вообще это страшно было. Ha ha ha.
Ты такой беспомощный с бомбой стоишь. Интересно, ты броню покупаешь или нет? Нет. Я покупаю всегда. Почти когда деньги есть. Я словно капкан гребу деньги из банка. Чего за фигню ты несешь? Хэллоуинский выпуск. Хэллоуинский выпуск. Но он выйдет-то. Ну выйдет-то он раньше. Позже, точнее, Хэллоуина-то, чем сегодня. Блин, перезарядка вот у меня началась. Я тебе в голову пытался стрелять, но она не стреляла. Потому что перезарядка пошла. Просто говно какое-то, блин. Что за фигня, а? У меня два, у него шесть уже. Ну это... Я разучился играть уже, походу. Макси! Да... Макси! Да чё с Лёхой не так-то сегодня, а? Я убью Максиманца из Мага 7. Как интересно выпуск этот назвать. Я так и не придумал еще идею до сих пор. Который для этой карты подойдет или чего-то еще. Да Леха, заткнись ты уже. Сколько можно? Блин! Я лучше не буду бомбу ставить, потому что тут твой дым. Ой, не стоило говорить про этот дым. Нифига себе, пипец какой-то, мы оба сдохли. Это мне нравится. Нафигеть, первый раз такое в жизни вообще у нас было. Но я выиграл, я очко заработал себе. Как это произошло, я не знаю. Очко у тебя в жопе. Да, ну зачем мы? Такое на YouTube канале говорит Лёха. Так это у всех так. Дурак. У нас приличный канал, мы не материмся, неприличные. Хотя нет, ага. Неприличные вещи мы говорим. Не материться. Ну, запикивание мы делаем. Если такие случаи у нас происходят. Ну, а я вижу, как ты бросаешь это говно на. У тебя оружие так забавно еще упало вниз. Это не АВП, кстати, это ФАМАС, по-моему, был. Точно, я же могу АВП купить. Зачем это ему сказал? Я забыл вообще про то, что... Зачем я ему это сказал? Зачем она берёт? Зачем она берёт? Чего-то. Зачем она берёт мужские писюра? Да еб... Лёха, ну вот пошлый Лёха надо эту серию назвать. В смысле? Что, дурак, что ли? Так, ничего не надо так называть. В какую лучше сторону идти, я не знаю. Я везде. Нигде, блин. Я убью тебя. Блин. Ну ты с АВП, конечно же, попал, блин. Я не умею так хорошо с АВП, кстати, обращаться. Ой, я случайно выключил свет. Ладно, я иду в банк. Максиматься! Хотя не уверен, что он мне поможет. И может оказаться, что я просто впустую деньги просру. Лёха, возможно, меня ли Лёха, кто Максиматься? Я есть возможность. Опять черный экран, я ничего не вижу. Монитор какой-то как говно мамонта, блин. А я тебе говорил, тебе надо поменять монитор, клавиатуру и мышку. Выход к главному вокзалу. Монитор-то неплохой, он просто это... Потому что там шнур не может держаться нормально, потому что там... Только что бомбу сюда что ли кинул? Тут след.
остался. Блин, а, ты надо мной. Ну все, я иду к тебе. А я думаю, откуда шаги? Готово, вся к смерти. Если найдешь меня, как скотина. Блин, опять черный экран, я не вижу ничего. Блин, опять перезарядка пошла. Ой. Ну зашибись, ты теперь мое оружие еще забрал. Которое я ва-банк вообще пошел, чтобы его раздобыть. Когда смена ролей уже пойдет, а? С бомбой не очень-то получается, что-то Леха быстро находит меня и убивает. Еще до того, как я закладываю ее. Да ты заколебал уже произносить эту фразу. Грин лайт. Заколебал! Незамолкающий Леха. Можно вот так серию еще назвать. По дебильному какое-то название. Ай! Да. Блин, я же выстрел. И я забрал G3SG1 назад. Я же выстрелил. Ну и я тебе просто я вовремя тебя заметил. Поклебаться, кринлай. Максе. Газель, кстати, смотрите-ка. Реально, это реально газель. Только нет значка. Фирменного. Максим. Это типа авторские права. Максимка. Да ты заколебал меня уже! Я убью тебя. Ой, откуда? Я убью тебя. Нифига себе, это же вообще простой пистолетик. Как? Ну это пипец какой-то уже пошел в натуре. Где бы ты не оказался, я всегда там. Это что-то, что-то это меня удивляет. Я мимо того места как раз прошел. Почему я тебя не заметил? Потому что ты друг. Да, и все, что осталось, это пара извилин у тебя на башмаке, наверное, да? Перезарядка! Смена ролей. Кроль, ты труп. Как тебе такая роль? Гринлайт включай. Гринлайт включаем. Да. Куплю себе броню. А пистолетик этот оставлю, раз уж тебе с ним так повезло. То может быть. А что если с него легко убивать? Может быть, мне тоже повезет. Если я тебя найду, конечно. Найду я тебя, а не ты меня. Вот смеется, как свинья еще в берлоге. Ты офигел сейчас, свинья, ты будешь в соплях кровяных свалиться. Блин, вот здесь, блин, вот страшно, если же... Так, ну это точно не на А, потому что я только что был там, как раз таки. Вот даже стрёмно заходить туда, если честно. Ну, конечно, Desert Angel у него, блин. На 4 очка от него отстаю, между прочим. Но это не так много, конечно. Я пистолет забрал. Да, ну я могу Негев купить. Правда, с ним не очень удобно, конечно, но... Ты же через вентиляцию шёл. Я тоже через вентиляцию прошёл. Ну, а я за тобой прямо аж вслед шел. Понятно, будем поглядывать назад иногда. Я думал, ты повернешься, я тебе пущу пулю в лоб. Незамолкающий Леха, точно. Так надо серию называть. Хватит разбивать мои стекла. Твои стекла? С чего это нафиг они твои?
повезло, будем считать. Гринлайт, гринлайт. Ладно, покупаем броню, щипцы. Негив пока оставляем, раз уж мне так с ним повезло. Сейчас тебе не повезет. Ты умрешь. Ну-ну. Всем. Есть. Нет! Ты почему показался сверху и оказался снизу? Ну, спрыгнул. Еще это обычный пистолетик с глушаком был. Он хорошо стреляет. Да. Я забрал твою офигенную пушку. Какая дрянь. О, ребята, вы когда-нибудь видели, как Максимадзе умирает? Вот как. Блин, я уж подумал, ты сейчас скажешь, вы увидите, как Максимадзе умирает, и стрельнешь меня сразу же. Я что-то так подумал. А, да? Да, серьезно. Мало ли какие ты. Блин, я свалился. Хотел никак иди. Вот, блин. А по-нормальному пойти. Хитроумно ты бомбу заложил, конечно. Так вот, мне срочно нужны новые туфли. Блин, а ты где был? Я ж по всем сторонам посмотрел, тебя не было там. Плохо посмотрел. АУГ берем. Оружие, конечно, вроде бы слабее, чем аналог террористский. Но пробуем. Максимадзе что-то проигрывает сегодня опять. Мне нравится оформление канала Максимадзе. Это, конечно, успокаивает. Но твой труп будет такой же красный, как оформление канала Максимадзе. Какие интересные речи, блин. Сейчас проверим, соответствуют ли слова делам, блин. Повезло. Все. Может быть, я все-таки смогу его выиграть? Я на 2 очка всего стою. Хотя, кто его знает? Гринлайт. Ну хватит шептить уже. Шептить? Шептать, хотел я сказать. Одно и то же. Что шептить, что шептать, что шептать. Блин, я хочу запрыгнуть сюда, но все время падаю. Ты же только что по вентиляции полз. Блин, спалился, можно сказать, вот зараза. Так я прям за тобой, только я тебя потерял. Хорошо, что в CSGO нету такого, чтобы это следы оставались от ног. Блин, да как ты меня там и нашел? Откуда ты взялся там? Щипцы, стандартный набор, блин. Берем вот это, блин. Ладно, теперь ты точно знаешь, где я скрываюсь. Больше я туда не пойду. А я и знал, что ты там. Просто давал тебе шанс, чтобы ну, ты не разочаровался. Ну да, давал ты мне шанс, скажите-ка. Я же тоже там раньше прятался.
блин, я не хотел тебя там подстрелить, но ты слишком быстро убежал туда. Ю. Ну пипец просто. Ладно, я уже, наверное, проиграю. Я намного очков от него отстаю. А, мы вот так сделаем. Не уверен, конечно, что это опять поможет. Но надо попробовать. А чё оно не с первого раза-то сломалось? Да твою ж налево, ну как? А я знал. А, ну у тебя пушка просто мощнее была, поэтому и так и вышло, блин. Давай повторим. Я буду без пушки. Я не могу ни ту пушку купить, не могу. Я буду только без эту. Пушки. Я тебе обещаю, я буду без пушки. Одно. Сиди там же. Повторим. Как тебе такой ответ? Ладно, хорошо, давай попробуем. Наверное, я ты... буду... Без пушки. А, ты с обычным пистолетиком будешь? И без пистолетика. Да? С ножичком. И может, чё? Я вот и до тебя добираюсь. Ну, ну, проверим, ладно. Делаем реально все то же. Это было хитро очень, гранаты сюда закинуть. Ну где ты там? Иди давай уже сюда, где ты? Ну мы же договорились. Хитрожопый, блин, подставил меня, говнюк. Я не ставил тебя. А я-то тебе поверил, блин. А ты бомба. Я все сделал, я накидал. Еще и не на Б он заложил. На А, вот где лестница начинается, там бомба. Ты выглядите, он подставил меня, скотина какой, а? А где проход на А? Я заблудился вообще. Ну все, сейчас она рванет. Главное отбежать подальше отсюда. Может, я, по крайней мере, не сдохну. А, и ты тоже не сдох, ну охренеть. А я успел убежать. Ого, двери выбежали. Ну все, я уже тебя никак не выиграю. Я все сделал честно, я кинул туда бомбы, думал, что тебя убьют. Тебя убить не получилось. А, ножиком я буду тебя не добежал. Не получилось убить. Нет. А как ты бомбу-то не нашел? Она была на точке А, там просто. Так я на Б пошел, а потом я не забыл, как на АП оттуда выйти. Ладно, пойдем вот так. Это, кстати, с Б нету таких проходов серьезных, как с этой стороны. Хитрожопый какой, а? Я его на Б ждал, он на А заложил. А где проход на А? Я забыл. Опять. Тут тупик вообще. Где А? А где? Здесь нету прохода. Здесь знаки. Ну, тут, ну здесь знаков А нету. Вот здесь именно. А, ну зашибись просто. Ну все. Так ты что упал? Ты смешно так упал. Я опять проиграл, короче. Ну хорошо, хоть не очень позорно. Хорошо, хоть я сколько-то очков более-менее набрал. А то бывало такое, что я вообще мало набирал, а он меня... Максимация, ты просто дезлуп. Так, что это за трансляция, иди нафиг. Так, ну ладно, на сегодня тогда закончим. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, все в описании, там ясно, с вас топовые комменты, с нас топовые видосы, или как-то. Всем пока. Пока.